Центральном парке прошли состязания Кожемукан-Жолы по национальным силовым видам спорта. В мероприятии участвовал четырехкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цирульников. Казахстанский силач известен на весь мир недюжинной силой. В свою очередь Сергей Цирульников знакомит мир с казахской культурой, болеет за здоровье нации и в целом за свою страну. Многие стали обращаться к нему как к Сергазы, что в различных переводах означает «мощный, сильный, лидер, завоеватель, глава». Я когда выступал в южных регионах нашей страны, это в Туркестанской области, в Жамбульской области, и многие аксакалы, когда встречали меня, они такие: «О, Сергей Сергазы, батыр Сергазы». То есть они меня так начали называть, и это вот так как бы закрепилось, и начинают, то есть многие сейчас называют там Сергазы батыр. Меня зовут Сергей, казахша Сергазы боламын. На данный момент Сергей Цирульников является амбассадором Министерства спорта, инициирует различные проекты, спортивные и культурные мероприятия. Одно из таких – состязание Кожемукан-Жолы, проводимое в честь палуана Кожемукана Мунайтпасова. В состязаниях участвовали в основном непрофессиональные спортсмены, выбравшие другую сферу, но способные составить конкуренцию. На соревнованиях были те дисциплины, которые в свое время проводил Кожемукан Мунайтпасов. Харахуш есть такое понятие, то есть сильный, сильный от природы. И таких ребят мы выявляем в каждой области и проводим для них данное такое мероприятие. Кожемукан-Жолы включила в себя элементы истории. Организаторы популяризируют не только национальные виды спорта, но и казахскую культуру, обычаи. Мероприятие в некоторой степени посвящено культу мужской силы, поскольку издревле мужчина считался добытчиком, кормильцем, защитником. Карагандинцам также рассказывали про жизнь и роль для народа Кожемукана Мунайтпасова. Само мероприятие посвящено пропаганде здорового образа жизни и, конечно же, нашим культурным ценностям, традиционным национальным видом спорта. Это некая такая коллаборация, то есть обычно же бывает, как у нас проводятся либо спортивные соревнования, либо что-то культурное. А здесь это такой некий симбиоз, где пропаганда идет как национальных ценностей. Награды победителям были самобытной концепцией. Лучшим спортсменам достался пояс Кожемукана. Мероприятия организовывают с 2021 года. Состязания проходили уже в 15 регионах Казахстана. В следующем месяце планируется охватить Жамбылскую область, город Тарас, Алматы и город Кунаев. После того, как соревнования проведут во всех регионах, все победители встретятся в финале, померятся силой в Астане. Дарья Чеканина, Зульхарнай Есмахаев, Николай Шевелев, 5 канал.